Друзья, всем привет! Видеообзор квартиры, которая находится по адресу Седова 65А/4. Традиционно я сначала покажу вам планировку квартиры кратко, а уже чуть позже в видео покажу и расскажу про район, дом, квартиру в деталях. Квартира у нас так называемая евро-двухкомнатная. Сразу здесь у нас санузел, совмещенный с ванной. Далее здесь у нас зал, совмещенный с кухней. Так. Здесь у нас коридор, здесь отдельная гардеробная, и здесь у нас отдельная полноценная спальня с двуспальной кроватью. Ну, давайте теперь по порядку, как обычно, начнем с места расположения. По месторасположению один из наших любимейших жилых комплексов, ЖК «Центральный парк». Любимейший он нами. Почему? Потому что это очень близкая доступность к центру города. Обратите внимание, то есть он там вот у нас начинается, это набережная бульвара Гагарина, торговый центр «Яркомолл». Прям за вот этим домом вот у нас торчит. Это музыкальный театр имени Загурского. И там же начинается у нас 130-й квартал. То есть это фактически центр города, но при этом здесь нету такого шума, гула, как в самом центре где-нибудь на Карла Маркса, Ленина, либо декабрьских событий. Здесь гораздо спокойней и, ну, отчасти даже уютней. По инфраструктуре, в шаговой доступности все, что необходимо для комфортного проживания, в том числе и торговый центр, как я говорил, да. Соответственно, там гипермаркет «Окей», несколько классных продуктовых магазинов и кофеен прям в самом же ЖК, в том числе вот здесь небольшое кафе. Дальше там кафе «Соседи» достаточно неплохое. Ну и плюс большой данного жилого комплекса, что здесь практически в любое время года, за исключением, наверное, самых лютых морозов, можно найти парковочное место для своего автомобиля. Если что, мы в этом вам можем помочь. Дальше, обратите внимание, здесь у нас тоже еще один жилой комплекс, называется Стрижи, ой, не Стрижи, забыл, как называется, Сити Парк. Там на первой линии тоже находится несколько приличных кофеен. Дальше, ну, по самой квартире. Квартира на момент записи видео, это апрель 24 года, в классном состоянии. Здесь у нас вот такая построенная лоджия, точнее, балкон. Есть вот такое мягкое кресло, можно сидеть, чилить, встречать закаты, точнее, провожать, потому что здесь именно закатная сторона, закаты здесь, собственно, почти каждый день. Дальше. Переходим в квартиру. Вот это у нас конструкция вообще фактически новая, то есть буквально несколько месяцев ей. То есть, ну и матрас, соответственно, тоже. Идем дальше. Немаловажный факт, что здесь, плюс этой квартиры, что здесь отдельная гардеробная, которая вот так вот у нас закрывается. Так все выглядит классно. Дальше. Здесь у нас электрические теплые полы, шкаф, ну и так далее. Квартира очень классно сделано, то есть, как видите, это в стиле Икеи, когда она еще была у нас в России, люди успели молодцы сделать, и поэтому она не только красивая, но и функциональная. По санузлу здесь также электрические полы с подогревом, так все чистенько, аккуратно сделано, смеситель с терморегулятором, инсталляция, гроя и так далее. Дальше, зал с кухней, да, чуть здесь поподробней. Здесь у нас встроенный холодильник. Оп. Здесь у нас варочная поверхность, которой тоже несколько месяцев, духовка, и практически никто не пользовался, в идеальнейшем состоянии. Есть, конечно же, посудомоечная машина. Есть у нас телевизор со смарт-ТВ и с амбиентной подсветкой. И есть кондиционер, что я не думаю, что он, откровенно говоря, здесь сильно нужен, потому что здесь солнце прям совсем самый-самый вечер, но будет приятно его вечером включить где-нибудь в июле, безусловно. Собственно, квартира очень классная, уютная. Ждем таких же классных и уютных арендаторов и будем рады показать квартиру именно вам. Спасибо.